По области объявлено штормовое предупреждение. По данным Приволжского гидрометцентра, до конца недели в регионе ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Во всем виноват арктический антициклон. Воздушная масса, опускаясь северными и северо-восточными потоками, вновь вызвала сильные морозы. А вот существенных осадков синоптики больше не обещают. На фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег будет выпадать лишь в отдаленных районах.